давай 80-ми. Камни немножко покачать. У тебя только один камень 70-й или там все у тебя уже? Ну, у меня что-то близкое к этому. Ну, мне надо тебе качать. Их качать не надо. Надо, надо, надо. А, подожди, у тебя только, я вижу только один камень 71-го. Где остальные у тебя? Ну, нет у меня дырок в нужных, так сказать, вещах. Что, 80-й? Нету. Говоришь, нет у тебя нужных дырок? Да, нету. Проковырять? Попробуй. Ну, 80-й или нет? Давай, 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 80-й. Блин. Спрашиваю, спрашиваю, молчит, ничего не говорит, блин. Про дырки все его интересует. Давай по вчерашней схеме. Давай. Ты идешь, а я страдаю. Ага. По-моему, отличная схема. Меня ранили. Ты охренел на меня напрыгивать, в жопу с ручкой, блин. Да блин! Хорошее сочетание. Че это сейчас было? Да че. На меня напрыгнули. Такого хера. А сейчас я на него напрыгну. Я буду ждать. Сейчас, блин, я на кого-то напрыгну. Все, я пошел. Нет, ты иди. Я ж не против, ты иди. А ты не против, да? Не, ты чудесный. Я не против. Сейчас у меня варвары от отэтываются. Ой. У меня закончился архонт внезапно. Ой, у меня снова есть архонт внезапно. Направляет меня. Хорошо. Угу. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, мальчики. О, наконец-то. Варвара. Хоть ярость будет нормально набираться. Смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики. Ты что, каннибал? Нет. Мне просто нравится творчество свое. Я слабею. А он что, каннибал? Да вроде бы нет. Но это не точно. Тогда зачем надо, чтобы люди свои пальчики кидали в окно? Не знаю. Люблю, говорит, грызть ногти. Сказал каннибал. Не, ну вот я, конечно, сказал, что тот топор прикольный, что 59% урона к варварам. Но с другой стороны, это не так уж и много, по большому счету. Ну, так-то да. А насчет грызть ногти, помнишь, да, старый анекдот? Нет, не помню. Ну ты же мне его сейчас расскажешь. Миша, перестань грызть ногти. Отойди от Миша, гроба. Миша, перестань грызть ногти на ногах. Миша, перестань грызть ногти на ногах у бабушки. И вообще, паразит, отойди от гроба. Чё-то ты далеко убежал, я смотрю. Бросаешь тут за собой. Подчищать приходится. А я простов набиваю. Наиболее эффективным способом. У нас, понимаешь, задача зачистить грёбаную мусорку. Почему я должен ходить за тобой и все подчищать? А в чем проблема? Ты действуешь небрежно. С тобой остаются следы. Пальчики. Пальчики. Так. Так. Хорошо. Хорошо. Да ладно, что-то.
Да блин, тут уже третья одинаковая локация, просто. Меня. Да. Чё за хрень? Зато мы тут набили уже больше половины. Как это? 65%. Там что этот, как его, создатель рандомных карт сломался, что ли? Просто, что за контрол... Скорее обленился. Что за контрол-С, контрол-В? Непрерывная, блин. Четвертая уже пошла. Хорош. Где выход с этой дурной... С этого дурного... Я уже Шурика догнал, блин. Капец. Что за дурная бесконечность? Я просто особо не гоню на самом деле. Шурик, мы реально попали в дурную бесконечность. Нам... Мы никогда не выберемся отсюда. Ура! Или выберемся. О, Ctrl-C, Ctrl-V закончилось. Вроде бы. Нет. Нет? Опять? Нет. А-а-а! Вы помогите! Нет. Не поможешь? Нет. Теперь мы вечно будем блуждать вместе в этих лабиринтах. О, как? Бесконечно. Пока электричество не отключат, да? Да. Пока электричество не отключат нас. То есть ты подразумеваешь, что мне только электрошокером можно будет отсюда вывести? Не знаю. Ну, пока электричество не отключит нас. То есть, ну, пока нас не жахнут электрошокером, мы никогда отсюда не выйдем. Сурово. Будем вечно блуждать. Мы эти суровые геймеры. Достойный противник. О, я нашел переход. Сил. А я еще немножко повою. А мы сейчас без перехода обойдемся. А да, иди сюда, у меня тут есть несколько. Я уже. Несколько врагов. Блин, а там даже этот есть. Как раз силовой этот. Как его называют? Да, вот только у меня нет стаков. Да ладно, сейчас мы его так завалим. Тоже мне стаки, шмаки. Дави козла, блин. Сейчас, все, есть стаки. И поехали. Да какие нафиг стаки, уж он вот так уж помирал. А ты еще садист, еще и стаками его. Да. Да, да, знаю, да, я, как тебя зовут уши, уши, блин. И у тебя большие уши. Ужас. Меня зовут Уши. Так, еще один камень докачал до 70 уровня. А музыка-то нагнетает. Прям рвет, можно сказать, душу. Да. Что-то я не обратил внимания. Да, да. Тихо. А. Что, закрываю? Закрываю. Давай. Нет, я, нет, я. Моя сила растет. О, еще 3 уровня взял. Нормально так. Ну и чего там у меня нападало полезного и не очень? Скорее всего, не полезного от слова совсем. Прям чувствую, что всякий шлак. Мне тоже не переживай. Дрянь. Дрянь. Бездонная склянка кровопийцы. О. Хм. Ядрить. А что он делает? А, восполнять здоровье при ударе на 19 тысяч на 5 секунд. Все, нашел у меня тоже. В принципе, я возьму. То, что у меня сейчас есть, позволяет мне сквозь стены пробегать, возлетая. Но я, честно говоря, забываю все время об этом, так что. А. Ядрить меч. Там ребенок этажом ниже. Прям ревет так, как будто его как минимум жестоко насилуют туда, куда не надо. Может, так и есть. А ты полицию не вызываешь. Делать больше нечего. Что она сделает, блин? Вот по большому счету. Так. Блин, воинственный клич и угрожающий крик. Блин, не могу вспомнить, что же за хрень делала так, что во время использования удара в прыжке я инициировал это. То ли землетрясение, то ли еще что-то. Никак не могу. Точнее, никак не могу найти эту вещь.
Посмотри ее в кубике. Думаешь? Конечно. Это долго. Ну. Я просто вообще не помню, что это. Я помню, что это какая-то. Ну давай. Это, сейчас, скорее всего, что-то из одежды, то есть центральная ячейка. Думаешь? Угу. Ну давай, так. Что-нибудь типа пояса. Нет, ну это точно не то. Каждый раз объект не то, не то. Элитные монстры не то, не то. Грязни ступы. Смешно звучит. Не то. Не то, не то. Не то. Не то. Три противника не то. Ну это вообще дрянь. Вообще не то. Совсем не то. Все не туда. Все мимо. Нет, нет, нет. При использовании топт срабатывает лавина. Нет, я не про это. Хотя это тоже интересно. Так, яростный рывок. Тема. Но это не то. Дакар неразрушимые. Не то, не то. Тоже не то. Не туда. Угу. Не то. Не то. Не то. Минуточку, еще одна. Еще две странички. Тоже не то. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Мини-семический удар. Землетрясение. Не то. Не то. Не то. Бросок валуна. Не то. Что-то, по-моему, это не здесь. Ты знаешь, это не тут. Это не одежда. Так. Кольца, сейчас, может быть, тогда. Окей, сейчас посмотрим ружбайки. Давай. Что, нет, ты посмотри, как бы, я тебя не тороплю. А, ну ладно. Пум-п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 ум. Пум-пум-пум. 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 Пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Блин. Умение яростный рывок наносит дополнительный урон в размере 500% от бонуса к скорости передвижения героев. Странная такая тема. Ролишься полностью на скорости. Похититель мистер Шмидта. Хрена себе. Где-то плачет один пилот немецкий. Да-да-да. Кто опять спер, мой мистер Шмидт? Ты же не настолько глуп. Да блин. Я был глупцом. Я видел, как брат Йондер отдаляется от света. Да блин. Ну точно же была эта штука, это же не умение. Может, ее переделали? Не верил. Брали. Я понимаю, что ну, это молнии, предмет, не то. Блин, Кормак, заткнись, хорош ныть. Помоги, блин. Разнылся вообще. Так, не то, не то, не то. Не туда, не так, не эдак. Так, галочный голум. Не то, не то. Там-та-дам-та-дам-та-дам-там-там. Тут нету такой штуки, но она же была. Блин, надо закрыть. Как нет? Ну нету. Я не понимаю, мне серьезно, у меня была какая-то хрень, что когда я делал вот. Нет, вот.
Так, вот мне срабатывало землетрясение. Я отлично это помню. Или не помнишь. Не было никакой... Нет никакой ложки. Так, стоять. Я сейчас. Ты куда? Да, на основного, что ли? Да, сейчас я посмотрю, что у него там. Я должен вспомнить, что это за херня вообще. Как это работает? Давай, давай. Так, как покинуть группу? Нафиг, на всякий случай. Сменить героя. Твою ж мать! Чего? Так сезонный-то герой и есть этот варвар. Друзья! Это успех. Как так? Что за фигня? Ну почему? Блин, я не могу вспомнить, что это была за фишка. Хоть убей, не могу вспомнить. Может, это костюм какой-то, блин, был. Нет, я бы его уж нашел. По-любому. У меня уж все есть. Так, яростный рывок. Зов древний гнев. Берсерка, извиняюсь. Вихрь. Ну все, и больше нет ничего. И вот, собственно говоря, время становления, лавина, даже прыжки, топот. Подожди. Шурик, я идиот. Чё такое? Почему ты идиот? Смотрю в книгу, не вижу фигу. Это в комплекте, блин! В мощи земли, которую я сейчас ношу, блядь! А? А ты куда покидаешь игру-то? Кто я? Я здесь. А, ты вступаешь? Ты что ты? Нет, я уже у тебя. Я уже вступил, собственно. Просто появился в другой локации. Ой, дурак. Ладно, я даже спорить не буду. Ой, дурак. Да. Так, а что же мне делать? Я хочу оставить яростный рывок и прыжки. Потому что рывок мне помогает. Да тише, тише, ты металлист хрен, черт психовался. Но я также хочу оставить свою ярость мародера, потому что она мне увеличивает урон с ляма 15 тысяч до ляма 273 тысяч. Это, в принципе, неплохо. Согласен? В общем-то, да. Вот. Вот. Так, вот. Если заменить бросок оружия на землетрясение. Слушай, только сейчас обратил внимание. Аюшки? Великолепное название 14 серии по Лотру. Угу. Вот прямо тут только сейчас мне в глаза бросилось. Эребор архитектурный высер. Ну да. Потому что это архитектурный высер. Это грёбаная гномская крепость, которая самая лучшая крепость гномов, блин. И в каком месте эта крепость? Там центральные ворота, которые вышибаются одним троллем, и два боковых входа, в которых вообще никакой защиты нет. И прямой проход прямо к этому долбанному трону, который тоже никак не защищен. И, к слову сказать, сбивается буквально там семью ударами одного тролля, опять же. Ну да, он легко сбивается. Блин, я эту карту, блин, столько раз проходил. К тому же она еще и поломанная у меня, к слову сказать. Если ты смотрел это видео? Нет, еще. А не смотрел? Ну там просто... Там, короче, прикол такой, что до первой атаки Мордора приходит в помощь силы эльфов. Еще два героя. Эльф-гном, этот Глорфиндл и Глоин, по-моему, если я ничего не путаю. И с ними несколько отрядов стрелков пятого уровня. Прокачанных полностью. То есть это, ну ты сам знаешь, как бы по Lord of the Rings, что прокачанные стрелки, это, в общем-то, довольно-таки весомый аргумент на поле боя. Это сильно, сильно. Да, то есть, вот. И проблема гномов в том, что у них топорометатели, они на первых уровнях, ну, ну так себе, будем честны. Не особо хороши. Ну да. А тут сразу там 4 отряда, по-моему, стрелков 5 уровня полностью прокачанных. Плюс 2 героя. И ко мне они не приходили.
То есть я несколько раз играл, их просто не было. Меня атаковали силы эти Мордора, и они не приходили. И вдруг в один момент ко мне сначала, перед первой атакой, приходят эти эльфы. Я так типа, о, здрасте. Как так? А после первой атаки ко мне приходят эти, как их называют, тролли с камнями снизу. Они тоже не появлялись. То есть вот эти приход помощи и приход атаки этих троллей, их просто не было. Меня всегда сливали на второй волне, потому что мне тупо не хватало денег, чтобы и людей нанять, и крепости построить, и все. Я, в общем, так и не понял, что... Да, как бы, я так и не понял, что это было, но... Ну, как это? Но оно было. Такая вот хрень. Так, землетрясение, слушай. Да уж, пожалуй. Огонь. Приближение ворот создает 20 дополнительных землетрясений. Ох ты ж, ничего себе. Вау. Угу. Прикольно. Че, пойдем еще импортальчик? Сейчас, подожди. Так, землетрясение. Варвар сцепляет землю. 8 секунд. Всем 4800. 6000. Взрывный волк подталкивает. Ну нет, это мне не надо. Блин, а сколько оно жрет? 25 единиц тяжести. Вообще ни о чем. Кипящая лава. Так, подожди, как это будет работать? Я что-то не понимаю. Секундочку. А, допустим, бам, бам, бам. А, смотри, как я топаю прикольно. Где? А, вон, видишь, бегу. Ух ты, ух ты. Сейчас, покажу еще раз. А, сейчас, вот так. И вот пошел. Топ, 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 топ. Короче, типа, за мной создаются локальные очаги землетрясения. Угу. Но что-то я не совсем понял, как они... как это вообще? Я, кстати... ядрить твой налево. Чё там беснуешься? Да, землетрясение. Я поставил его вместо основной атаки. Ну, потому что она мне, в общем-то, нафиг не нужна. На левую кнопку мыши я ее поставил. Да-да, вот такой вот я. Так. А, время восстановления на одну секунду за каждые 30 единиц потраченной ярости. А, ну да, это не очень сильно будет срабатывать, ну да хрен-то с ним. Так вот, землетрясение. Его же нельзя поменять, пока оно восстанавливается. Вот я и бесновался. При приближении варвар создает 20 дополнительных очагов землетрясений, носящих урон от огня в размере 300% урон от оружия. А, ну понятно, что это такое. Не, нахрен, нахрен. Теперь умение землетрясения замораживает противника и наносит ему урон от холода. Не написано. Причем, знаете, не написано, подожди, или на 8 секунд оно их замораживает. Ты пропадаешь в голосе, я тебя не всегда понимаю. Смотри, что лучше? Землетрясение 6000 урон от оружия. Угу. Вот, вместо 4800. Или умение землетрясения замораживает противников, как я понял, на 8 секунд. Так, пам, где секунду? А у тебя камень стоит не тот, да? Тогда тебе лучше, чтобы урон был выше, чем замораживать. А какой камень тебе нужен? Проклятие... Кого там? Плененных. Проклятие... Вот с этим камушком профита будет выше. Камень у меня в этом, в кольце. А-а-а. Ну, мне... Профита будет больше именно от заморозки. Ну, я понял, да, но мне сейчас... Ну, мне некуда вставить, у меня только один камень. Одна эта... Я понимаю. Хрень с дырками. Мне никак не выпадает этот комплект, чтобы с гнездами. А переролливать я его не хочу, потому что у меня он переролен на эти, на критические удары. Подожди, кого ты хочешь переролить? Ну, у меня вот эта штука. А, вот эта, роза ветров. Роза ветров и вот этот знак странника. Вот две штуки. Ну да, они да, переделаны, да, очень шутно. Да, на вероятность критического удара. Я жду, когда выпадет вот то же самое, только... С этими, с дырками, как бы. Плюс... А сколько у тебя шанс крита сейчас? 50 с лишним. 52%. Тогда можешь смело 6% переролить в дырку. Это который... Серьезно, без шуток. Который роза ветров? Да. Могу? Да, тебе этого хватит. Да. Ты потеряешь немножко в уроне, прописанном, но по факту ты будешь наносить больше мяч, шанс крита 44%. Угу. И, в принципе, знаешь, мне этого хватает.
Ну давай, черт с ним. Может быть, конечно, я ошибаюсь, если нас кто-нибудь смотрит из олдовых таких дьябловодов. Вряд ли. Который шарит вообще во всех механиках. Возможно, я не прав и дурак полнейший. Уймись, вряд ли он нас смотрит. Согласен. Но я бы лично сролил, потому что, ну, 6% это да, это прилично. Но по факту ты, у тебя будет останется 48, это все равно много. Мне знаешь, что интересно, а вот. Вот если совместить, допустим, вот эту хрень и вот эту. Угу. Все-таки любопытно. Будет от этого какой-то толк? Не знаю. Но тут уже надо проводить эксперимент. Потому что критические-то удары у меня пролетают достаточно хорошо. А здесь как раз крит-удар наносит этот кровотечение. Ну вот усилитель боли я использую на ДХ. Это, а, угу. То есть норм. Токсин не использовал. Но, возможно, есть в этом смысл. То есть с 25 уровня все отравленные противники получают на 10% больше урона и наносят на 10% меньше урона. Да, да, да. То есть, да, как да, мало того, что он отравленный 10 секунд, так он еще возможно, и... Возможно, в этом есть резон. Да, то есть... Но не знаю, это не точно. Надо проверять. Так, ну ладно, я пока легендарный самоцвет воткну, проклятие плененного. Но, кстати сказать, ты меня заинтересовал, я, наверное, проведу эксперимент, вкачаю себе токсин. Mm-hmm. И поставлю на ДХ вместо одного камушка. Хм. И проверю сравну. Потому что мне стало любопытно. Ладно, сделал. Черт с ним. Так, это сюда. Блин, тогда что, сейсмический удар лучше на холод переделать? Зараза. Не хочу его на холод переделывать. Коченеть. Таким образом скорость передвижения на секунду. С другой стороны, расколотая земля. С другой стороны, мое землетрясение, оно будет срабатывать на прыжках. То есть я, в принципе, могу постоянно спамить этой фигней. Мне вот знаешь, что непонятно? Смотри. Ты меня слышишь? Шурик. Да-да, я тебя слушаю. Вот, землетрясение. Огонь. Почему огонь? В смысле? Почему огонь? Не понял. Холод же. А странно. Короче, землетрясение. Варвар яростно сотрясает землю, бла-бла-бла. Урон от оружия в виде урона от огня в течение 8 секунд всем противникам в радиусе 18 метров. Угу. Вот. Теперь холод. Теперь умение землетрясения замораживает противников и наносит им урон от холода. Я вот не понял, в смысле на 80 вот, замораживает. Слово замораживает, ты пропал. Замораживает противников и наносит им урон от холода. Опять пропал. И наносит им урон? От холода. Угу. От холода, от холода, от холода, от холода, от холода. Это я услышал, да. Вот вопрос. На 8 секунд замораживает? Получается, это... да, пока противник находится в радиусе действия землетрясения, он будет заморожен. Лихо. Да, попробуем. Давай. В конце от концов. Это будет выглядеть вот так. Шикарно, я считаю. А можно еще вот так? Еще одно рядышком. А потом еще раз. То есть ты понимаешь, что я трижды накладываю свою ультимативную способность? Да, это я понимаю. Вот пойдем 80-й портал еще один. Пойдем. Покажи мне, как ты это делаешь. Давай. Покажи давай. Мне мастер-класс. А, блин, улучшить. Вот, посмотри. Я буду скакать, скакать, скакать. Давай, вперед. Ля, а я сзади побегу. Как это? Ля-л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 я. Да выпустите меня, сволочи. Ты. На ядовитель, блин. Меня сейчас чуть-чуть не убили. Так, короче, я пошел. Иди, а я тут повоюю.
Ну, они не замораживаются на 8 секунд, но они замедлены. И, по-моему, они получают такие увеличенный урон. Они по-любому получают увеличенный урон. Я еще не готов. Мне нет равны. Ай, заговнили тут все, блин. Скорость. Газ, газ, газ. Я стал сильнее. Нужно еще время. А что это у тебя тут взрывается? А, всякие эти нехорошие люди. Я так понимаю, эти урона неплохо так добавляю, да? Ну да. О! Шурик! Ты что, умер? Чё? Знаешь, какой у меня сейчас урон был прописанный? Какой? 2 ляма ровно. Ого. 2 ляма и 6, точнее. Красиво. Ну, 2 ляма 6 тысяч, я имею в виду. Не 2 и 6. Это было бы слишком вкусно. Все равно красиво. Да, вот у меня сейчас 1 лям 900, там 999. Ну у меня сейчас 2 ляма, кстати. Да, 206. Ну да, это я получается. Нужно время. Вам не выстоять. Затоптали просто. Слушай, хорошо. Прям даже это. У меня сейчас прописанного лям 800. Лям 900. Нет, свой лям у меня лям 400. Свой это. Лям 900. А сейчас? А, твое не влияет на меня. 2-300. 2-400. У меня от другого зависит. 2,5. Разогнался. Я дальше пошел. Чё-то нам 80-й как-то уже это... Чё-то как-то вообще не наш уровень уже. Да, в прошлый раз мы сдохли на 80-й. Так, на секундочку. Извиняюсь. Ты там с боссами, что ли, воюешь? Да. А, ты убежал. Нет. А почему твои боссы тусуются около меня, блин? Не знаю. А? Мои боссы около меня тусуются. Да нифига, вот один около меня был. Филонишь? Пропускаешь? Это не я. Да конечно. Ну, еще один уровень. Я еще не готов. Блин, я думал, тут небольшой закуточек, а тут прям полноценный. Прям нет никого. А у меня народ. Так я около тебя прыгаю. Нет никого. Тут было больше людей, когда, точнее демонов, когда я сюда только заглянул. И ведь это у меня этот дурацкий камень всего лишь 15%. Он не прокачан. Который по замороженным бьет? Да. Он первый. Знаешь, уровень. Последних. В чем? Как его? Патчах. Это, в принципе, самый основной камень любого билда. Да? На самом деле, да. Он обязателен. Без него ты будешь не такой эффективным. Ваш страх. Это, кстати, был первый камень, который я себе вкачал. Волшебницу. Та-та-та-та-та-та-та-там. А, мы сейчас уже... Та-та-та-та-та-там. Приперси, да? Ну давай умирать. Затопчу, падла. Не дыши на нас. Ты его убил. Кто я? Ты.
Извините. Ну не я же. Как это? Извините. Мне надо в этот к этой к кидали сходить, заразе такой. Давай, кидала. Еще тебе штуку кровалха. Что она с ними делает, блин? Ест. Мне это не по карману. Урши, урши, парень работящий. Так. Раскрывай, как будто готов. Так, вот этот же у меня. Я что-то забыл. Проклятие пленён, да, проклятие пленён. Ну что ж, будем его качать. Угу, ну оно хорошо. 1.5% за 5 уровней, нормально. Я думал, опять будет как это, плюс 0.1, 0.2, 0.3, блин. Угу. Ну как на этом, на моем основном-то, который... Угу. Как его забыл, проклятие пораженных, блин. Ну и что тут у нас? А у нас тут всякая шляпа. Да, ну это, конечно, эпик фейл, блин, на самом деле. Где у меня этот топот, блин? Ищу его, ищу. Мне, чтобы повнимательнее почитать, ну, что написано в доспехах. Бывает. Бывает. Там почему-то был абсолютно... Вот я абсолютно был уверен, что это какая-то оранжевая плюха. Вот прям просто был уверен, что... Даже в мыслях не было глянуть повнимательнее в описании этого сета. 82-й? А, закрыть же надо, ё-моё. Древние благословили меня. Ага, если уже как-то закроешь, мне же надо прокачать себя. Так, и я, собственно, закрыл, как это, третье умение в совершенствованиях. Все третьи умения. У меня на атаке, защите и другом осталась не прокачана ровно одна веточка. Я добрал 600-й уровень. Грац? Грац. Да. А у меня, в принципе, скоро 800-й. Ну, условно скоро, естественно. Ну да. Сейчас у меня крит. Вероятность хрита. Вероятность хрита 46-90. Ну, в целом, неплохо, наверное. Ну, у меня меньше. Прям хорошо. Ну чё... Пойдем дальше? Давай. Че, может 82-й все-таки? Или 81-й? Не, давай уж это. Кардинально. Ни хрена себе. Радикюльно. Радикюльно, да, абсолютно. Я буду прыгать. Прыгай, прыгай. Я буду контролить. Ну, тяжеловато. Ну, еще три стака. Два. Позязи, два стака. Да набери, я что, против, нужно что ли? Нужно еще время. Все, спасибо, я взял. Вот иди давай, убивай их теперь. Ну, вообще, да, согласен, тяжеловато. Так, где тут босса? А вот... Ай, меня выбили сейфку. Не то чтобы тяжеловато, но... Кузьмич! Чё? Меня жрать пытаются. Ты отбивайся. А ты чё думал, они тебе букет цветов подарят? Ага, ну я же красивая. Ну, значит, папа, значит, сжечь попозже. Там босс убил, нет? В процессе, а шо? А, точно он тебе. Ну, да, и он пытается меня убить, падла такая. А, я все. Да, он только что того. Не, немножко это... Знаешь, нет, вдвоем мы, скорее всего, дальше 85-го пока не пойдем. Не нам дальше не надо. Думаешь? Пошли вниз. Чем мы туда опять идем? В ту сторону. Я хочу 70-й закрыть.
Нет, пока не надо. Камни, камни прокачать. Ага. Вот я что имею в виду, что пока у нас камни нет. У меня все не упирается не в камни, а в шмот. Блин, мне сейчас с одной стороны... Даже не знаю, опять на холод, что ли, переключиться, блин. А ты сейчас не в холоде, что ли? Я сейчас не в холоде. Нет, у меня, смотри, у меня огонь, потому что... Окоченение, конечно, прикольно от сейсма удара, но от холода больше урон. И они там, в принципе, тоже тормозятся, потому что они начинают атаки, их подбрасывает во время атаки. Ты слышишь меня? Да, слышу. Вот. То есть, как бы, один хрен то же самое, только огонь вместо холода. Я решил попробовать на огне поиграть. И сейчас у меня получается, на самом деле, сочетание. У меня землетрясение фигачит холодом, а сейсмический удар фигачит огнем. То есть, как бы, но... Основная тема все-таки идет на огонь. Потому что у меня там шмотка плюс 20% к огню. У меня там еще что-то к огню. В общем... По-моему, да, тут тоже я видел пак. Все правильно. Где? Сзади. Дай-ка я его застаню слегка. Ой, а это куда? Давай, давай. Нужно еще время. Ни в чем себе не отказывай, я скоро буду. Ты охренел? Нет, я уже скоро пришел. Ну, а я их слегка застаню. Мне надо было стаки набрать. Mm-hmm. Как это? Я их сначала заморозил, потом поджарил. Отлично, я считаю. Как это? Достал пельмени из морозилки и как следует их зажарил. Пельмени-то хорошо. Хинкаль тоже неплохо. Да, согласен. А недавно я сделал просто... Как это? Как это называется? Открытие века? Нет. Ой, нифига себе, у меня уже 4 уровня набралось. Нормально. Ты там, кстати, это, если в тебе видишь, что в тебя летят копья, медленно. Да-да, я понял, вот это ты. Уворачивайся, что ли? Да я просто переключился на получение уровней, поэтому отвлекся. Я хочу сказать, недавно я прям себе фастфуд дома устроил. Не знаю, с чего меня так проперло. Короче, взял большой кусок белого хлеба. Сварил 2 сосиски. Порезал их пополам, положил сверху на хлеб. Пожарил яичницу, положил сверху... А, сначала на сосиски добавил кетчупа с майонезом. Сверху на все это положил яичницу. Сверху на все это положил зелени. После чего приправил немного перчиком и помидорчиками. И все это захавал. У тебя же 16+, да? Так что материть по-французски, пожалуйста. Эстет хуев. Может и эстет, но было, знаешь, как было вкусно. Главное, чтобы не эстет хуев. Ну, за. Не знаю. Современные тенденции. А, ты гонишься за трендами? Ну слушай, надо быть хотя бы немножко, надо быть в моде. Фу таким быть. Ой, все. Ты видел канал Фэшион? Нет. Ты видел, что сейчас популярно в этом сезоне? Без понятия. Ну вот посмотри, а то ты ж совсем не модный. Не хочу. Ты ж совсем не модный. Я? Абсолютно точно нет. Замерзните, мелкие засранцы, блин. Ядрите, они бронированные, что ты? Да замерзните, говорят. Я тебя добью, скотина. Да я что-то не сильно-то и хочу быть модным, если честно. Ну а вдруг? Нужна помощь. Не. Нужно лечение. Да блин, что такое? Кто... Таких чудес не бывает. Я в твои шипы, что ли, втыкаюсь постоянно замороженные? У меня нет шипов. Нет, в смысле, ты оставляешь после себя эти поля с чем-то? Я не вижу и втыкаюсь в это. Не-не-не, точно не я. Я добрый, я не мог. Ты добрый... Я сейчас не шучу. Ты добрый не мог? Да. Я ничего после себя не оставляю. Ну, в целом мы идем очень хорошо. Ну, я бы сказал, неплохо. Не, ну опережение графика почти в 2 раза. Ну, в 1.5. Ну, то есть да. У нас в целом неплохой запас по скорости. Я чувствую прилив сил.
Да сдохни ты, страшный упокоенный, блин. Упокойся с миром, успокойся. Упокойся с миром. Упокойся с миром, да. Упокойся с миром. Смешно. И в мыслях не было тебя смешить. Просто так получилось. Ты не хочешь быть моим... что, клоун, что ли? Не хочешь быть моим индивидуальным Петросяном? Нет. Но если хочешь, я буду. Мои шутки будут петросянские. Ну, в свое время он был довольно смешным. Я сейчас говорю не про его время, а про мое время. Ага. Ты уверен, что этого хочешь? Я вот не очень, если честно, уверен. Да ладно, что ты на себя наговариваешь? Все мы иногда Петросяны не лучшего возраста. Ой, да. Запрыгнул, всех заморозил и упрыгнул. И ускорился. Сударь, куда вы убегаете? Не знаю, я лично просто бегал от них. Я не про тебя. Я догадался. Я про этого долбанного шамана. Король всех шаманов, блин. Стать шаманом королем. Угу. Даже песенку до сих пор эту помню, черт бы побрал. Чего до сих пор? Песенку эту помню. А я вот уже не очень. Ну, русскую, по крайней мере, версию. А правда, я особо-то и не смотрел на самом деле. А мне нравилось. Даже не особо, я в принципе смотрел буквально одну или две серии. А я потом как-то на YouTube мне не зашло. Я как-то скачал потом просто и махом, так сказать, все это. Единым, так сказать, разом посмотрел. Знаешь, вот из аниме, таких и сериалов, я не говорю, мне, наверное, больше всего зашло Хелсинг. А именно ОВА. А, ОВАшки, да. Вот я хотел спросить, полнометражный или... Полнометражка тоже ничего, но ОВА мне зашло. Не-не-не, я про ОВУ и спрашиваю. Просто есть же мультсериал полчаса, по полчасика там, да, серии, вот. А я полнометражки как раз, про ОВУ говорю. То есть куча здесь там сколько-то, 12 что ли серий? 13, 12, да. Да-да-да, они самые. Вот мне вообще зашло. Да, мне тоже и рисовка, в принципе, понравилась. Как там все это обставлено. Кстати, как раз совет недавно пересматривал. Не полностью, не с нуля, но так. Там даже в конце показали труселя этой его напарницы. Да-да-да. Когда он эпично вернулся. Не, ну а как же без труселя, ты чё? Ну да, это ж аниме в конце концов. Панцу! Причем так, блин, я так ржал, когда их показали. Ну, народ там все угорал, что типа, как она там только не выгнется, а труселей не видно, типа в тени скрывается. А тут прям так демонстративно. Нате, получите. Любуйтесь. Ага. Ой. Блин. Я долго смеялся. Как прикольно прокачать свой основной кристалл аж до 76-го левела. Нормально. У меня только 71-й. А, 70-й пока. Ну, мне пока хватает. Че так заморачиваешь? Мне, чтобы качать свой этот несчастный проклятие плененных, можно вообще 50-й какой-нибудь портал фармить, не заморачиваться. Ну да. Так, закрываю? В принципе, да, закрываю. В принципе, учитывая, что у меня это второй персонаж. На первом там все камушки давно уже выше 75-го. Как бы пофиг. Вот это я. Прокатялся. Кидала, дай мне мой амулет. Не даст. Да я знаю, что не даст, она жадница. Здоровая жадница. Нет, не здоровая. Больная. Больная. Слишком жадная. Бывает и такое. Забавно. Все, что я могу разобрать, это одна белая шмотка среди завала зеленых и оранжевых. Бывает. Кстати, именно этими хороши великие порталы, ты получаешь в основном хорошие рыжие и зеленые шмотки. Угу. Только они плюшевые.
Гнев пустошь. Не важно, есть же шанс за дропа хороших шмоток. Ну да. Хрень. Комплектный шлем рекор идет лесом. Да, да только... будет да, побегать да. Этим. За ДХ пофармить нефалемские. Набрать желтых кристаллов. И дыхание смерти. Вообще мало. Хм. Это да. Эти штуки кончаются, дай боже. Просто... У меня, блин, вот забытая душа, это рыжие, которые кристаллы. Угу. Больше, чем желтых? Ты... У меня их больше, чем дыхание смерти, у меня их 1000. Не, у меня только 117. Дыхание 300. 30. А желтых 90. О, тогда я богаче, тебя у меня 140. Хера ты мажор. Вот тоже. Ну что, еще разок по 85-му? Или 86-й попробуем? 90-й? Ты что, сдурел что ли, блин? Нет, ну да, е пошли. А, у меня только 87-й доступен. Я открою. Нам пить. Да. Нас побьют. Да. Я буду политкорректен, нас побьют. Да, а я буду не политкорректен, нам пизда. Нас отпиздят. А может и нет. Сейчас посмотрим, кто кому тут наваляет, блин. Сейчас я разойдусь и еще дрын возьму, ё-моё. Все всем хана. Трымай порты, ховайся в бульбу. Варвар идет. А бульба это обязательно, да? Да нет, можно и в редиску. У тебя такой фетиш? Можно и в редиску сныкаться. В редиске даже прикольнее, ее грызть можно потихоньку, пока прячешься. Ну да. Если вдуматься. Правда, это тебя выдаст, скорее всего. Прикинь, так прячешься от кого-нибудь, тихо хрустишь потихоньку. Беспалевный да такой. Моя сила растет. О, уже уровень получил. Там где застрял? Да вот тут у меня какие-то нехорошие беки все побить пытаются. Убиваю их. Да я пытаюсь, блин, все сокращают и сокращают дистанцию. Сокращают и сокращают. Все равно их убивай, я разрешаю. Тихо, не лезь ко мне. Ладно, ладно, не буду, что началось. Да не ты-то лезь, жалко что. Я, ну, окей. В целом, я даже, в общем-то, ну не сказать, что как-то тащу, сам бы я это не затащил. Сам я просто, нет, как это, умереть не помру, но подохну, скорее всего. Ой. Достойный противник. Я еще не готов. Что сейчас у меня точно есть время набрать все стаки необходимые. Mm-hmm.